Алкоголь делает воспоминания более приятными, ученые. Около 3 бокалов вина способны изменить восприятие воспоминаний у человека примерно на сутки. Американские ученые выяснили, что алкоголь помогает избавиться от дурных воспоминаний и сосредоточиться на хороших. Исследование нейробиологов из Брауновского университета опубликовано в журнале Neuron. Эксперимент был поставлен на плодовых мошках, которых привлекает алкоголь. В ходе исследования ученые обучали мошек находить алкоголь, а затем отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного. Оказалось, что один из таких генов отвечает за выработку белка NACH, играющего важную роль в эмбриональном развитии, развитии мозга и его работе у взрослых людей. NACH является компонентом обширной сигнальной сети, в которую также входит D2-подобный рецептор, белок, распознающий нейромедиатор дофамин. От работы D2-подобного рецептора, в частности, зависит, как будет восприниматься то или иное воспоминание, приятным или нет. Алкоголь влияет на работу всей сигнальной сети, отвечающей за формирование воспоминаний. Его воздействие приводит к изменению D2-подобного рецептора, замене одной из аминокислот. По подсчетам ученых, около 3 бокалов вина способны изменить восприятие воспоминаний у человека примерно на сутки. Биологи не могут точно сказать, как именно меняется восприятие воспоминаний, однако полагают, что алкоголь делает их более приятными. Ранее сообщалось, что одна порция алкоголя в день уже повышает риск рака. Кроме того, ученые установили, что употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и 6 других типов рака. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.